И снова здрасте, давно не виделись. 5 минут. Вот это вот посылочка. Сейчас я вам расскажу интереснейшую историю. Она, как видите, вскрыта. А вскрыта она потому, что ее отдали совсем другому человеку. То есть вчера пришло уведомление в приложении почты, что можно забирать посылку. Ну, хорошо, я думаю, сегодня заеду. А вечером уже часов в 9 звонит неизвестный номер и говорит девушка: мы забрали вашу посылку. То есть на почте случайно, просто другому человеку, неизвестно кому, отдали мою посылку. Естественно, у меня в почте, в приложении ничего не отображается, что посылка получена. То есть тупо банально сотрудник почты вместо посылки девушки случайно схватил мою посылку, не посмотрев, отдал. Девушка не посмотрела, забрала. И пришла домой, только распаковав, увидела, что не заказывала. И я уже давно практически разочарован в мире, но вот моя вера в мир и в людей вчера очень сильно так не пошатнулась, а наоборот воспряла, потому что, ну, есть еще честные, порядочные, добрые люди. Вот, ну, не знаю, если честно, если я бы так получил, я бы не, вот, признаюсь честно, не знаю, как бы я поступил. Стал бы я звонить, ладно, хоть, что вот на посылках указан номер телефона, кому посылка. Вот честно, не знаю, стал бы я звонить или нет. Я в такие ситуации не попадал. То есть китайцы перепутывали товар. Это было, но китайцы есть китайцы. А здесь человек сам позвонил, заморочился. Я сейчас заехал без всяких проблем, вопросов. Дали мне посылку. А здесь у меня беспроводные наушники. Давайте, почитайте, кому интересна информация. Коробочка. Как видите, они такого формата. И написано Bon Connection. Conduction Headphones. Костная проводимость головы. Ну, короче, вы поняли, да? Наушники с костной проводимостью. Ну, открывайся. То есть есть у меня беспроводные наушники. Обычные. Обычные. Вот такие вот затычки. Ладно, об этом потом. Будет, наверное, видео отдельное. Сейчас вот просто распаковка. То есть вот так вот выглядят они. Там. То есть здесь коробочка, так, написано 8 дней, ожидание 6 часов, музыки проигрывает 6 часов, звонков. В коробочке у нас находится, о, амбишуры, это любовь моей жены, и мне как-то не зашло. То есть, ну, они как бы пригодятся, если, допустим, ладно, об этом потом. Амбишуры и проводок USB, микро USB. И инструкция какая-то. Не буду даже доставать. Так. И сами наушники. Это одни из недорогих. Стоили они что-то в районе, не знаю, не помню, 15 что ли долларов. Или 20. Нет, подороже 20. Короче, 20 с лишним долларов они стоили. Не самые дешевые, но одни из. То есть габариты такие. Давайте сразу надену на место. То есть, ну, удобно. То есть по размеру почти подходят. Но они такие габаритные. Сейчас подключать не буду, потому что снимаю на тот же телефон, к которому буду подключать. Значит, на самих. То есть, как вы понимаете, они вставляются. То есть, не на уши надо.
То есть не в ухо ее толкать, а вот сюда вот. То есть вот здесь вот на висок, вот эта вот кость на нее. То есть она то ли вибрирует, то ли еще как-то. И звук идет не через ухо, не через внешний звуковой канал, там прокушку, внутреннее ухо, а напрямую через кость сразу в мозг. То есть, ну как вы знаете, что кто он? Бетховен глухой был, держал палочку деревянную в зубах, второй конец на фортепиано и сочинял музыку. То есть с помощью костной проводимости люди могут слышать. И сейчас мне потребовалась такая штука, чтобы... Ладно, об этом потом. Сейчас просто распаковка. Обзор будет позже. Так, значит, на наушниках кнопка, наверное, включение и play-пауза. Физическая кнопка. Две клавиши регулировки громкости. Возможно, они еще какой-то функционал имеют. Так, что-то она сказала. Отзывы различные. То есть здесь вот так вот мягонько. Здесь же, на этом же наушнике есть разъем зарядный с заглушкой. То есть заглушка так вот держится, но ее, она может отвалиться, ее нужно аккуратно с ней. Написано Watersweet Proof. То есть это что? Ну, то есть, наверное, под легким дождем или потом можно, естественно, не плавать, не под ливнем нельзя. Обзор на них точно будет. Не только обзор, но и мои мысли о различных наушниках. Расскажу подробнее, потому что сейчас подключать не буду. Отзывы тоже различные. Кто-то говорит, что фигня, что нифига это не костная проводимость, а просто типа они играют и вы просто слышите. Кто-то говорит, что все классно работает. А здесь вот, да, то есть их можно как бы, ну, вот так вот сворачивать, так вот покомпактнее. Так. Мягонькая. А здесь вот накладка еще более мягонькая, приятная на ощупь, чтобы ушам на уши не давило. А сзади мне подходит по размеру, то есть... Они не регулируются, то есть буквально, ну, стандартный такой размер. Головы бывают разные, и у кого меньше, будет, наверное, большевато. Но это не страшно, потому что можно просто опускать вниз на шею. Ну, мне, может быть, даже чуть-чуть большевато. На крупную голову, на крупный жбан, может быть, и будет маловато. Ссылка в описании. Возможно, дам ссылку еще на некоторые такие подобные наушники с костной проводимостью. Подороже или подешевле. Ну и видео будет обязательно с обзорами, моими мыслями, как они работают. Все, спасибо за внимание. Всем пока.